Здравствуйте, друзья! Сегодня тема сегодняшнего нашего видео – когда копать чеснок? И что заставило нас, и кто заставил нас выкопать чеснок, чуть преждевременно, лук, чуть преждевременно, чтобы скушали мы, а не кто-то другой. И вот как определить, когда копать чеснок? Первое – это обычно родители наши и люди у нас в селе говорят, что чеснок нужно выкопать до Петра и Павла, до того времени, пока кует кукушка. Люди у нас кажуть, якщо зозуля перестала кувати, то ваш чесник уже ку-ку. Уже он будет портиться зимой, зубчики розсипатися, і довго храниться не будет. И качество чеснока утратится, и как пищевой продукт, и как посадочный материал тоже, потому что начнут развиваться болезни. Ну, первое, как Петра и Павла у нас говорят, это 12 июля, это уже как бы сроки сдвинулись, потому что в этом году все созревает как-то раньше, и уже нужно пристраиваться к погоде, к климатическим условиям. У кого, конечно, как мы на юге Украины живем, а кто-то может в Подмосковье еще совсем рано думать о выкопке чеснока. Ну вот первая примета, по которой вот я прохожу и смотрю. Петра и Павла, сейчас у нас конец июля, Петра и Павла июня, а Петра и Павла 12 июля. Ну вот вы посмотрите уже, вот стрелка у нас выровнялась. Это первая примета, когда стрелка выровнялась. Все стрелки уже ровные. И когда вот эта оболочка, вот этот чехольчик, который покрывает вот эти семена чеснока, уже лопнулся. Вот если вы увидели, что раскрылась вот эта коробочка с семенами, значит, время пришло собирать чеснок. Еще есть такое, конечно, такая примета, что если там нижние листья высохли, но так как у нас 34 градуса жары, то у нас уже весь чеснок высох, и нижние, и верхние листья высохли. Мы оставили вот эти стрелочки и для того, чтобы как примета как бы заметить, когда копать чеснок, это первое. А второе, мы еще эти стрелочки, эти семена хотим обновить вот этот у нас... Здесь у нас чуть похуже сорт чеснока, он мельче. А вот это нам дали чеснок, наш хороший друг дал нам хороший чеснок. И мы хотим немножко развести его, размножить и оздоровить посадочный материал. Потому что все болезни, которые существуют у чеснока, они обычно берутся из грунта. А вот эти воздушные семена, они как бы... с грунтом не соприкасаются, и мы получим здоровый посадочный материал без всяких болезней. И вот немножко мы оставили вот в этом ряду такого чеснока, который нам больше всего нравится. Ну, как и любая культура из семян, сорт обновляется. Да, и вот выкапывать, конечно, учить. Вот. Мы, я еще хочу сказать, ничем не кормили чеснок. Мы его не поливали совершенно. Год засушливый. Дождей практически в этом году не было. Не было, да. Хотя каждый день объявляет информацию, что дождь. Даже сегодня и вчера, и завтра должен быть дождь, но мы его не видели еще вот за эти дни. Благодаря вот тому, что это сорт хороший, все равно мы урожаем чеснока. Тот чеснок у нас помельче, а этот чеснок, вот посмотрите, у тебя нет спичечного коробка, чтобы сравнить? Спичечного коробка нету. Ну, видно, да, вот на ладошке. Невзирая на то, что дождя не было, он довольно-таки хороший. И мы его ни разу не поливали, ничем не кормили. Единственное, несколько лет назад у нас мы держали хозяйство, у нас были коровы, свиньи, у нас здоровье позволяло. Вот этот поменьше, разный. И мы навоз выносили на... Ну, ты говорила про это самое, что листочки вот снизу подсохли, по-любому уже надо было копать, невзирая ни на какие другие приметы, да? Ну да, листочки подсохли, стрелки прямая, лопнули. Стрелка лопнула, хоть невзирая на то, что еще конец июня до Петра и Павла, обычно
мы раньше копали, вот этот чуть помельче, разный. Так, ну дальше. Ну, вот так вот, да, еще раньше, когда еще мы были молодые, не знали, а, ну вот видите, у нас дождей не было, мы не поливали, и сам чеснок сухой и чистый. А если бы подождать, вот у нас сейчас говорят, что будет дождь. Это уже третий день, говорят. Да. Вот, друзья, вот этот, который мы оставили, почему нужно обрывать стрелки чеснока вообще, если на урожай, а не оставлять на семена? Потому что оставили стрелку, все силы чеснок отдал на создание своих семян, на размножение. И забрал питательные вещества вот из зубчиков, из этой головки чеснока. И вот чеснок получается намного мельче, чем вот он поделился питанием с семенами, и получается, что урожая нет. Так что если на урожай и вам не нужно размножать, то лучше стрелочки обрывать. Можно оставить десятка два, как мы его оставили, стрелок, а остальные срезать. Да, и ни в коем случае не стучать об лопату, об землю, потому что потом чеснок храниться не будет. Этот чеснок мы обычно мы его просушиваем на улице вот сейчас часа два, затем относим под навес, и под навесом он еще недельку высыхает. Затем мы обрываем вот эти вот, вот так прокручиваем, обрываем вот эти вот корешки, обрезаем вот так, потому что он, венок сплести из них трудно, потому что очень твердое вот это... Да, из ярого, который весной садится, лучше. Да, это у нас озимый чеснок. Пойдемте дальше, я покажу вам яровой чеснок. Так ему еще недельку, две недельки. Нужно подождать. Ну, наверное, мы не будем ждать, потому что у нас захватчики напали на нас. Да, нам пришлось и лук выкопать, хотя можно было еще чуть-чуть подождать. Ночами и днем, круглые сутки воруют все подряд, и невозможно с ними бороться. Кто это? Мы сейчас посмотрим. В этом году... Вот, друзья, это у нас яровой чеснок. Его еще рано копать, потому что он, видите, еще зеленый. Но нам, наверное, придется его выкопать, не знаю, посмотрим. Он мельче, чем озимый чеснок, вот такой. Зубчики у него помельче. Но зачем нужно, мы немножко, вот рядочек небольшой, потому что он хранится до нового урожая. Вообще, не, если тот теряет свои вкусовые качества, и у нас, говорят, вышептуется, сохнет, то этот чеснок будет до нового урожая. У нас еще есть яровой чеснок, который мы еще используем в котлеты, и очень хорошо хранится. Но пока мы его... Но он был бы крупнее, так как не было дождей, поэтому он не крупный. Ну, а теперь мы еще раз скажем, как мы в этом году очень быстро справились с выкопкой картошки. Обычно мы копаем день-два картошку. В этом году посадили 4 ведра картошки, а выкопали за час. Сейчас покажем, сколько и почему. Вот. Еще как мы остались без морковки. Без морковки, без буряка. Без свеклы. Вот это раз мы выкопали. Потом два выкопали. Это старая картошка. А тут старую картошку добирал еще. Это не вся молодая. Старую добирал, курям и цыплятам будем крошить. И вот еще в конце идем. Вот три. Это из 4 ведер. Вот три. Ей бы еще расти и расти. Видите, сколько мелкой осталось? Вон, видите? Очень расти и расти. Но у нас завелись беда нынешняя. Не воришки, а не ворюги. Как это можно столько картошки перетаскать? И сколько их, блин? С севера, со стороны Марьяновки, к нам пришло, наконец-то добралось нашествие кротов. Вот видите, мы копали. И вот тут... дырка, вот отверстие, там, где картошка была, вот тут, о, вон, вон оно, раз туда, это мы сейчас разрыли, вчера копали, а вот сейчас покажу сразу, он сразу зарывает, на, подержи, Лора, сейчас я покажу. Вот он зарыл, вот, видите, свежая земля. Мы дырку копнем. Нашли, а он...
мы когда копали, засыпал. Остались открытые две дырки. Но страшно не любит сквозняков. И вот она результат. Вот она дырка. Вот. Видите какая? Ну, какое ее расстояние? Где-то сантиметров 6-7 в диаметре у него эти туннели. Тут целые катакомбы невероятные. И вот аж туда, до низу, мы выкопали за час. Убирать нечего, быстренько они кроты раскопали. Лопата так легко идет, облегчение. Но зачем мне такое облегчение? Да, мы приходили, смотрели, картошка. А, рано, а уже поздно, как обычно. Да, ну рано, конечно, она еще только цвести начала. И пришлось выкопать, и хоть вот это вот взяли, а то вообще ничего не взяли бы. Копая, смотрим, 3/4 кустов завяли, блин. Они под низом выцарапывают, портят корневую систему, и она сохнет. Ну и что вы прикажете с ними делать? Они... Получается, прямо захватчики, блин, они захватывают нашу частную территорию, вторгаются в нашу личную жизнь, гробят наш труд, гробят. Не дают жить, короче. Они нарушают все правила цивилизованного общежития. Ну, если бы немножко взяли, то понимаю. А так... Поэтому пощады им не будет. Они нам объявили войну, и мы как Маугли крикнем, мы принимаем бой. Я думаю, что мы все-таки справимся. Изучим все способы борьбы по Ютубу, опросим соседей, потому что мы, наверное, в нашем селе последние, к кому они ворвались. Соседи постоянно жаловались. Я говорю, да как вы не можете справиться? Они уже перестали садить картошку. В Марьяновке уже 70% населения картошку вообще не садят. Нет смысла закопать для кротов и шачить. Сначала купить эту картошку, потом посадить, спахать огород, посадить. Так мало того, они не только картошку. Мы сегодня выкопали картошку, вчера выкопали картошку, а сегодня пришли... А он уже за чеснок. Он взялся за чеснок и за лук. Лук начали копать, ну пошли посмотрим, как он там это самое... Вот, мы пришли, а тут, ну, ужас, он начал выцарапывать. И интересно, они живут вот в этих зарослях, сюда несут по всем приметам. Это граница у нас. Граница с соседями. И вот тут вот чеснок, она пробовала, нету. И вот смотрите, что, а ну-ка, я... Ну, ладно, вот. Он аккуратненько. Снимает, и следов не видно, а под низом сплошные мини-катакомбы. Без картошки остались? Ну, о, да что такое? Да что такое, блин? А во. Уже дальше пошло. Так, ну, это ужас. Поэтому мы объявляем им... Нет, они нам объявили войну. Мы им объявляем, что мы принимаем. Откапываем топор и... Берем нападение. Следите за нашими... А пусть посоветуют, может, у кого-то... Следите за нашими действиями, давайте советы. И вы будете в курсе всех сводок с фронта. И о результатах вы будете знать. Но я думаю, что победа будет за нами. С нетерпением ждем ваших подсказок. Комментариев, подписок, комментарии-то будут, конечно, лайков. А подписываться надо для того, чтобы быть в курсе этой грандиозной битвы. Так что, друзья, если желаете, подписывайтесь. Пока, до свидания.